Праздничная неделя в Хакасии в самом разгаре. Правда, не для всех жителей она выходная. Впрочем, атмосферой Нового года пропитаны даже рабочие будни. В Абакане самыми популярными, как и самыми доступными развлечениями стали зимние забавы, катание с горок. В этом году их не так много, поэтому перед тем, как проскользить с высоты, нужно отстоять в очереди. Но даже этот факт не испортил настроение. Столь же массовые на посещение в эти дни кинотеатры, а также ледовые катки. Причем многие горожане посчитали, что длинные праздники – самое время, чтобы освоить новый вид спорта – встать на коньки. Жители Хакасии поделились своими планами на выходные и самыми заветными мечтами в новом 2022 году. Спортом я как бы всю жизнь занимаюсь, так что даже не скажу, для меня это уже привычный образ жизни. Как встретили 22-й? Да отлично, даже очень даже хорошо. Проводили 21-й год, наконец-то, надеемся, со всеми этими болезнями ушел он от нас, как говорится. Мне нравится елка, то, что все сбывается. На то и выходные даны, чтобы отдохнуть и культурно отдохнуть. Что пожелаете жителям Хакасии? Здоровья обязательно. Чтобы врачи были на медицине еще лучше, чтобы могли всех вылечить. Желаю, чтобы люди Абакана всегда были на спорте, всегда были за ЗОЖ. Чтобы зима оставшаяся была теплая, радовала теплыми деньками. Счастья, радости, благополучия, стабильности. Хакасия, с Новым годом!